Что будет, если поставить дальность рейса на максимум? Сейчас посмотрим. По игровому времени примерно сейчас 22 ноября или 21. Суббота, 18 часов 5 минут вечера. Ну, в принципе, до 6 часов 5 минут вечера. Я на Новой Искании. В Милане. Посмотрим, есть ли у нас какие-нибудь прямые перевозочки из Милана, да, вот в Цюрих. Ну, я что-то не вижу особо каких-либо изменений в игровом процессе. Если поставить самый большой рейс, то это в Манчестер, это в Англию. Ну и довольно-таки длинный, да, 21 час 52 минуты. Ну и не очень дорогой, прежде чем металлолом. Вот зачем итальянский металлолом в Манчестере? И Манчестер — это Англия, там немного страшно. Ну что ж, здесь, я думаю, 21 час 52 минуты, это 22 часа езды. По 10-часовому рабочему дню это 3 дня. Ну, 2. За 2 серии там, я думаю, можно будет это записать. Поехали. Так, вот какая у меня сканя клёвая, да? А, рабочий день 11 часов, да. Залезаем. Так, прежде всего отмечаю следующее. Я забыл навигатор. Или нет? Не, не забыл. Значит, смотрите, включаю, вставляю ключ. Завожусь, навигатора нет. Скания клёвая, конечно, ничего не скажешь, однако как-то очень близко, очень крупно всё расположено, так что как-то немного некомфортно. Поэтому я сделаю следующее. Маяка у меня, кстати, нет. Но вот зато дополнительное есть. Так. Зеркала, ладно, зеркала нормально. Мне не нравится угол обзора, он действительно поменьше. Он действительно уменьшен на скане. Ближе. Ой. Вот так примерно. Поехали. Навигатора нет. Гениально. Гениально. Нет навигатора. Вот это что, я спрашиваю? Вот это что такое? Почему это не навигатор? Писец просто, ребят. Новое скание, а навигатора нет. Как-то здесь светло слишком. Индикации, что включены фары, тоже нет внутри салона. Молодцы. Хоть поворотники есть. Все хорошо.
да, они тоже какие-то странные. Оу, сейчас бы. Сюда нет. Где отображается круиз-контроль, скажите? То, что он есть, я вижу. Где показывается скорость? Чё-то как-то здесь подозрительно херово. То есть я должен запоминать, сколько у меня скорость, да, на круизе? Похоже, да. Или нет? Тут специально отдельный экран для круиза, светофор. Вот оно, оказывается, как. Но это как-то странно. Торможение двигателем, звук не особо заметно, что есть. Почему у них в городе ограничение 80? Ретардер моргает. Хоть на этом спасибо. Но вот внешнее освещение — это отсутствие. Это отсутствие. Индикации внешнего света, ребят, это писец. Дальние есть, ближнего нет. Это не круто, ребят, не круто. О, ретардер. Руль очень большой. Слишком близко сижу, что ли, я не знаю. Прям как-то совсем некомфортно здесь. И подальше отодвинуться. Во! Так по старинке примерно нормально. Все, из Милана выехали.